В Бердске под суд отдают домашнего тирана, который в марте этого года расправился со своей женой и едва не убил родного отца. Причем незадолго до случившегося женщина смогла вызвать полицию, но приехавший наряд посчитал, что конфликт исчерпан, поскольку двери никто не открыл. Говорят, скандалили в той семье постоянно. Супруга жаловалась на рукоприкладство мужа и частенько ходила с синяками. Свекр вмешивался в конфликты, пытаясь урезонить отпрыска, но и он не справлялся с сильным мужчиной. Накануне трагических событий, после очередного дебоша, тирана все-таки забирали в отдел полиции. Однако там с ним провели профилактическую беседу на тему подобающего поведения и отпустили домой. Изрядно приняв на грудь и взяв в руки нож, тот с удвоенной силой стал гонять жену по квартире. После возвращения обвиняемого домой конфликт с супругой продолжился. В ходе ссоры потерпевшая громко кричала о помощи, о чем соседи сообщили в полицию. Однако своевременной реакции сотрудников правоохранительных органов не последовало. В результате чего фигурант по делу нанес своей супруге множественные удары ножом, от которых она скончалась на месте происшествия от обильной кровопотери. Услышав истошные крики женщины, соседи действительно вызвали полицию, и патрульные прибыли по адресу, но дверь им уже никто не открыл. Спустя час душегуб сам набрал 112 и сообщил, что совершил преступление. Прибыв повторно в квартиру по тому же адресу, сотрудники полиции обнаружили тело 29-летней женщины и 60-летнего отца злоумышленника, срезанные раны лица, который был доставлен в медицинское учреждение. Работа над этим уголовным делом завершена. СК передает материалы на утверждение прокурору. Тирану грозит серьезный срок. А вот расследование в отношении полицейских, допустивших такую фатальную халатность, еще продолжается.